Говорит, он зачем покупал это все? Это все не надо покупать. Мурат вот так кричит, плачет. Мне аж стыдно стало. Это я его научу, ему скажи, как не покупать одежду. Прямо пусть в ГУМ идет, в ГУМ. Все, ну все, снимает себе одежду, там одевается уже. Потом сверху свою одежду одевает. И все, и пошел. Он расплакался. А он сейчас где он? И Халим. Он сейчас уехал на работу? Мурат. Мурат поехал на работу? Какой на работу? Он где сейчас? Он там таксует. А, он там таксует? Да. А у него Део есть? Опель. А, Опель? Ну, Опель. Хорошая машина. Неплохой. Таксовать там вообще денег никаких. Он где-то в районе там тысяч полтора таксует. Ну, в день 1500. Где-то вот так. А сколько стоит, например, арбуз? Или там мясо, кило барани? Сейчас в Таджикистане. 500? 200? 250. А, ну это нормально. 300 хорошие. Можете килограмм взять, ну баранину. У нас учет идет с мукой. Мука вот самый как бы такой резервный продукт. С него берут все расчеты. А, 200 рублей. Сколько муки стоит? А мука, мешок мука 50 килограмм стоит где-то, сейчас я тебе скажу, 2-300 вот так. А, 50 килограмм, 2-300. Да. Так, у нас все получилось. Все хорошо. А, ну сейчас по количеству купим ступени этих штук. Сколько? Что сколько? Ну, сколько получилось купить? Вот я сейчас думаю, 1, 2, 3, 4, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Уже, а так пол и будет идти. Ага. До конца этот пол будет выходить уже. Хотя надо архикаду научить, тебе чертить по в компьютере. И да? Смысл? Ну, будешь проекты чертить. Вот эту лестницу можно там спроектировать. Это мне не надо. Она знаешь там, как я лестницу я делаю в программе? Так, как? Я пишу ее длину вот этой тетивы и длину вот этого, ну все параметры, и он рассчитывает. Программа сам рассчитывает, да. Да, сколько ступеней там. Да. Выдает ее объем, чертеж сразу и со всем размером. Я так лестницу делаю прямо это в доме. Ну да. Вот высота потолка. Так, понятненько с тобой, Олег, все ясненько и понятно. И с ним я в магазин, вот могу прийти вот с этим чертежом в магазин прийти. Меня ж почему взяли в дома, когда они эскизы они делают, а я сразу чертеж. Это у меня эскиз. Mm. Чертеж делаю, дом, который вот покупать хочешь, он тут же. Mm. И там все уже есть, вот это, то, что ты сейчас делаешь. Это здесь, на этой планете так это отстало. Ну, вообще. Ты видел мой калькулятор? Я тебе покажу какой, смотри. У меня калькулятор в голове все. Нет, смотри, какой здесь калькулятор, вот. Сейчас тебе покажу. Вот смотри. Вот смотри. 8. Дельный, видишь, смотри. 8. Видишь какой? Ну это, в смысле, отстала эта техника.